Неудивительно, что студенты и преподаватели Московского регионального социально-экономического института с радостью откликнулись на предложение принять участие в проекте «Стихи живут повсюду». Здесь активно работает литературный клуб «Другие грани», который помогает ребятам раскрыть таланты. Многие приходят просто послушать сначала, а потом вдруг начинают писать стихи или прозу. Это очень интересно. Вот студенты литературного клуба ездили на семинары молодых писателей в Раменское, в Шатуру. Для чтения были выбраны стихи поэта первой половины 20 века Николая Заболоцкого «Поздняя весна». «Осветив черепицу на крыше и согрев древесину сосны, поднимается выше и выше запоздалое солнце весны». В розовато-коричневом дыме непокрытых листвами ветвей, весь пронизан лучами косыми, бьет крылом и поет соловей. Как естественно здесь повторение лаконически медленных фраз, точно малое это творение их поет специально для нас. О, любимые сердцем обманы, заблуждения младенческих лет, в день, когда зеленеют поляны, мне от вас избавления нет. Я, как древний Коперник, разрушил Пифагорова пенье светил, и в основе его обнаружил только лепет и музыку крыл. Чтение произведений русских классиков в рамках проекта «Стихи живут повсюду» проходит раз в месяц, и это был уже 46-й эпизод проекта. Максим Козлов, Кирилл Ланов, Максим Константинов, Видное ТВ.